Всем известно, что любое заболевание легче вылечить, если вовремя обратиться за медицинской помощью и поставить правильный диагноз. Поэтому важно следить за своим здоровьем и своевременно проходить обследование. Полностью обследовать свой организм, определить предрасположенность к каким-либо заболеваниям или выявить их на ранней стадии помогает диспансеризация. Пройти ее можно в любой поликлинике по месту жительства. Кроме этого, в крае работает мобильный комплекс диспансеризации, который выезжает в муниципалитеты. В течение 3 дней он работал во второй поликлинике Славянска на Кубани. Жители принимали врачи первой краевой больницы. Диспансеризация населения важна с той целью, что необходимо своевременно диагностировать определенные виды заболеваний, в том числе заболевания онкологического характера. Сегодня, к примеру, проводятся такие обследования, как онкоцитология, онкопоиск по женской линии. Для диспансеризации необходимо иметь с собой ваши паспортные данные, полис, СНИЛС. За 3 дня работы краевого мобильного комплекса диспансеризации, консультации и обследования смогли пройти более 150 жителей нашего района. Диспансеризация проводится с 18 лет. Пройти ее можно в течение того года, когда вам исполнилось или исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Если вам 40 или более лет, диспансеризацию можно проходить ежегодно.